же президенту писала. Президент спустил ниже, МВД спустила ниже, и в итоге пришло... Я что-то не в курсе про президента. Я же вам скриншот писала, что типа я отправила обращение в президенту, да, и вы типа в МВД отправили. Ну, понятно. Ну, то есть эти же и ответят. Угу. Поржали надо мной, наверное, там. Ой, дура, президенту написала. Традиционно. С наступающим? И, да, вас ставят с наступающим. Счастья, здоровья, благополучия на предмет видеозаписи. Вот традиционно хотел бы оговориться, что я не согласен. Угу. Не даю свое согласие о том, чтобы вы выкладывали в сеть интернет, YouTube, на ваш канал. Поэтому мы занимаемся общественной деятельностью, в общественных интересах. Я очень рад, поэтому мое мнение тоже будьте любезны услышать. Услышим. Ну а теперь начнем. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Так. Мы сегодня с вами встретились на предмет ознакомления, наверное, с материалами дела. Ну, чем наверное. Вы нас порадуете? Как происходит у вас дополнительная проверка? Ну, дополнительная проверка у нас проходит в соответствии с 144-145. В соответствии с требованием прокуратуры материал вернулся для дополнительных мероприятий, угу. включая в том числе те рекомендации, которые были заложены в вашей жалобе после посещения начальника полиции ВВД города. Поэтому после принятия решения, ну, после проведенных мероприятий, согласно поступивших указаний, будет принято окончательное решение. А до какого числа нужно вам там указание прописано? Сейчас у нас материал проверки продлен прокуратурой срок до 19 января 2024 года. 19 января будет принято окончательное решение. Ага. А там вот в этом ответе прокуратуры было написано, значит, указано вам о необходимости проведения ряда дополнительных мероприятий, направленных на изобличение виновных лиц, а также установление достаточности оснований для возбуждения уголовного дела. Есть какие-то результаты вот по этим мероприятиям? Этим мы сейчас и занимаемся. Результаты будут уже изложены по окончании проведенной угу. проверки. Так, а мероприятия какие-то можете назвать, что там? А вы сами с ними познакомитесь, если есть желание. А так сказать можете? Давайте так, с точки зрения рассмотрения, ознакомления вас с материалами проверки, с учетом того, что моя позиция не поменялась с точки зрения 152-го федерального закона о персональных данных, я до сих пор считаю, что персональные данные могут быть предоставлены только по решению суда, но с учетом позиции тех лиц, которые мы опрашивали, и их невозражений против предоставления вам их персональных данных для последующего обращения в суд и так далее, я могу вам предоставить материал проверки для ознакомления. Если у вас сейчас есть такое желание. Это, сейчас подождите секунду, Николай Валерьевич, вы так это все очень быстро и профессионально сказали, что ну, я сейчас немножко разберу ваши слова. Давайте. То есть получается, что ваша позиция относительно 152-го федерального закона не изменилась. Нет. То есть вы получили ответ от юристов ваших? Мы не получили ответ от юристов, нам его так и не дали. А вы его направляли? Конечно. Как и не дали ответ мне из прокуратуры, имею ли я право ознакомить вас с персональными данными или нет. Но я принял такое решение. А сколько сроки ответов того запроса, который вы посылали? Это не важно. Это же мне ответ, это же не в материалах уголовное дело. Ну, может быть, просто еще не закончился тот срок ответа? Ну, может быть, не закончился, я его не отслеживаю. Поэтому 30 число наступило, мы с вами договорились. Правильно я понимаю, что вам не важно? Вы 30 число наступило, сроки ответов еще, соответственно, у нас не наступили. То есть записываем, что ждем? Ну, ждем. А зачем ждать, если я так принял решение? Вот не вижу никаких оснований. Так, еще второй дополнительный вопрос к вашим доводам. То есть у вас позиция ваша не поменялась, но вы спросили разрешение у опрашиваемых лиц в рамках дополнительного... Они дали мне письменное согласие о том, что они готовы. Не возражают против предоставления их персональных данных. Это вам. Кто именно? Ну, это вы посмотрите, кто здесь есть, соответственно, те дали свое согласие. А так можно, если федеральный закон? А почему нет? Да? Если человек согласен в том, что персональные данные были ознакомлены, те лица, которым это необходимо, с точки зрения в рамках материала проверки, необходимость обращения в суд, как вы неоднократно говорили, чтобы не тратить время, ваше и мое,
поэтому... Надеюсь, они добровольно дали согласие? Но у нас исключительно все на законных основаниях. Просто я начинаю за них уже переживать. За них переживать не надо. Потому что нам они не давали эти данные. Мы за ними бегали. Мы действуем только исключительно в рамках закона и не более того. Хорошо, то есть получается, исходя из вашего ответа, вы готовы нас ознакомить с материалами Конечно. Дела в полном объеме, как писала Конечно. Вам об этом прокуратура тут совсем недавно. Прокуратура об этом нам не писала. Ну вот мне вот в полном объеме прям вот... То представление, которое нам поступило, оно не говорит нам о том, что я обязан предоставить в полном объеме изучения, для изучения материала уголовного, материала проверки. Угу. Оно говорит о том, что тот ответ, который мы вам дали, не формативен, не содержит определенные, соответственно, сведения, которые должны быть ответены. И обращает наше внимание на это. Не более того. Что еще раз? Какой ответ информативен? Что? Ну, вы же про представление, вернее, ответ ваш. Ну, зачитайте, что у вас и что у меня в представлении. Может, две Я разные найду. Вещи. Вы ну, вот тогда. Сейчас так сказали красиво. А, все записано, потом услышите. Ага, ясно. То, что вы сейчас устно сказали, это прекрасно, это мы все зафиксировали. Но нам нужен все-таки ответ. В частности, то, что все-таки вы будете ссылаться на 152-й федеральный закон, но якобы есть, скажем так, согласие. Давайте так, я направил запрос для своих интересов, и он никоим образом не касается вас. Ну, нам в любом случае нужен какой-то письменный ответ. Любое наше письменное обращение требует письменный ответ. Ну, если вы обратитесь с точки зрения разъяснения, ну, хорошо, получите разъяснение. Нет, смотрите, возможно. Мы обратились 11 октября с заявлением о... ознакомление с материалами проверки. Вот сейчас вы вроде как бы нам даете на основании нашего обращения. Но только хотелось бы это зафиналить именно за подписью, на бумаге, все как положено. Вот нам недавно от вас поступило после нашей беседы, Анна, покажите вот это письмо. Нету ни даты, ни исходящего номера, но есть ваша подпись. Так, это какой? А, вот это? Прям верхний, да. Ну, поступило, наверное, в электронном виде. Да, вот после нашей беседы, когда вы сказали, что пришлете нам, вот это письмо пришло. Ну, в электронном виде оно поступает. Соответственно, если направляется в электронном виде по конкретной электронной почте, то регистрация этого документа не требуется. Как это так? Ну, это в любом случае ваш документ, вы должны его регистрировать. Если мы его отправляем по электронной общей почте к вашему обращению, в последующем этот ответ приобщается, соответственно, к тому материалу, который собирается, и в номенклатурное дело списывается. Мы исполнили вашу просьбу. Мы отправили вам уведомление в электронном виде. Для того, чтобы исключить. Это не исключить. Ну, не знаю. Правильно или нет, но. Николай Валерьевич, пожалуйста, не надо вот этого говорить, тем более под видеозапись. Я говорю в соответствии с законом. Ну вот смотрите, от какого числа это письмо? Вот смотрите, у нас сейчас стоит острый вопрос. У нас сейчас стоит острый вопрос. Вы меня не ознакомляете с материалами дела уже там с 11 октября. Вот сейчас вот это письмо можно подложить с любой датой и ознакомить меня задним числом с материалами дела. Какого числа оно поступило? Здесь не написано какого. У меня нету. В электронном виде, когда оно поступило? Нет, у вас по закону об обращении граждан, у вас ответ... дата исходящего ставится не по моей дате входящего, а по вашей дате исходящего. Точно так же, как и обращение регистрируется не по моей дате исходящего, а по вашей дате входящего. Там прописано в 59-м федеральном законе. Здесь должна быть дата вашего исходящего, когда вы мне его отправили. Да, мой документ был подготовлен ровно в ту дату, когда он отправил в электронном виде. А где эта дата-то? Вот как дата так получения. Так и напишите мне в тот день, когда я его подготовил. И дайте мне документ, когда вы мне его подготовили. В тот день, когда он был направлен вам по электронной почте. Напишите мне эту дату, я вам сейчас скажу эту дату. У меня есть электронная почта с собой. Николай Валерьевич, помните, у нас возник спор. Про опись, почта как работает и так далее. Мы вот этот вопрос поднимали уже неоднократно и хотим все-таки зафиналить. Все-таки нам, когда этот был ответ направлен... Ну, это есть ответ, соответственно, у Анны Анатольевны, когда он был вам направлен. Просто дайте нам ответ за датой и исходящим номером, по которому мы четко будем понимать, когда вы его сделали. И вообще, проведен у вас официально, да или нет?
Естественно, он проведен официально, раз вам отправили соответствующий ответ. Номер, значит, есть дата, все как положено. Все письма, которые в электронном виде приходят, от любых инстанций всегда имеют регистрацию. Дайте-ка еще посмотреть. То не то. Ну, вы ознакомитесь с датой и с регистрационным номером при изучении сообщения материала. Вы можете туда своей рукой написать на данном документе, дописать недостающую информацию? Я еще раз говорю, эта информация есть в материалах, которыми вы ознакомитесь, с регистрационным номером и датой. Николай Владимирович, вы на данный момент сейчас провоцируете конфликт на пустом месте. Мы просим от вас официальный документ за вашей подписью с датой, объясняю, что, исходящим номером. Объясняю, что номер и дата направленного документа имеются в материалах, который будет представлен для ознакомления. В соответствии с чем не считается целесообразным ставить повторно дату и время? Исходящий номер должен находиться на документе. И дата его исходящего номера тоже должна находиться на документе. Давайте. Только исключительно ради вашего к вам, вернее, моего к вам уважения. Мы вам что-то должны? Вы мне нет, абсолютно. А на какой там номер, какая дата? 24, 11, 23. Но вот мне оно пришло 15 декабря. Ну, значит, это недостоверная информация. Вот, видите? Получается, вот безруких Игорь Леонидович, входящий от 15 декабря. Помните, мы с вами разговаривали с точки декабря. Зрения того, что почта плохо работает. Да? Вот вы видите, поэтому здесь и нужна дата. Зарегистрирован был соответствующий документ. Электронная почта плохо работает, что ли? Нет. После нашей с вами встречи данный документ вам был направлен в электронном виде для того, чтобы убедиться в том, что он к вам поступил. Так а электронная эта почта как отправлена? Вот когда мы, соответственно, вам направили, это когда какой-то... вы ее получили. Да, я вот тоже. Мы писали в прошлый раз, вы писали жалобу. Вы пообещали, что проведете проверку и выясните. Вот мне интересно, когда вот это письмо было зарегистрировано, когда было отправлено. Опись, раз вы говорите, что не ценными письмами, значит, опись должна быть. 24 ноября 2023 года, исходя из сведений ГДИР, за данным номером данный документ был направлен в адрес Анны Анатольевны. Чем есть это подтверждается? Регистрационным номером документ. Ну, можно посмотреть его? Я вам его записал. Вы мне его отправили на почту? Нет, этот же документ был вам направлен на почту. Угу. А где он? Вы его получили. На почте? Электронную почту. Продублирован был. Этот документ. Изначально, вот 24 ноября? Этот документ был направлен по почте. А где квиточек? Что вы мне его отправили? Квиточек? Ну, к сожалению, у меня квиточка нет. Мы его не сохраняем, квиточек, потому что мы вам его направили. Есть документ, зарегистрирован, направлен вам. Посредством почтовой связи. Направляем мы все простыми письмами, не заказными. Не, ну в любом случае у вас опись ведется, я же знаю, как это все происходит. Ну, опись ведется. Ну так можно посмотреть. Опись ведется в соответствии в делом производстве, в реестре. В описи указано это письмо. Вот за этим номером исходящим. Опись это немножечко другое. Еще раз говорю, за этим исходящим номером, за этой датой был отправлен вам почтовой связью, соответственно, данный документ. Николай последующим последующим продублировать, поэтому ну, это мы ваше право все-таки узнать. Это ваше право. Вы нас или это нет. Ваше право. Доверяете вы мне, не доверяете. Но вот вы исходящий. Мы в прошлый раз записали нашу жалобу. Вот, мы должны еще раз подчеркнуть. И было оно отправлено или нет. 24 ноября 24 ноября 23 года за номером конкретно был отправлен ваш адрес, вернее, в адрес Анны Анатольевны данный документ. Под каким номером в описи отправки, значит, сообщений числится вот этот вот ответ. А как вот... По реестру я сейчас не готов сказать, под каким номером. Но вы же проводили проверку, мы же написали вам письменное обращение. Под видеозапись это зафиксировано. Письменное обращение было в части касающейся того, что мы не отправили вам по электронному документу обороту. На следующий день после нашей встречи этот документ был поступил вам по электронному документу обороту на вашу электронную почту. Жалоба в том, что у вас не зафиксировано, и мы хотели знать конкретно, каким документом подтверждается отправка.
Мы говорили про по соответствующему документу отбороду, который действует у нас. Заказное письмо. Но поскольку вот заказным письмом мы не отправляем никакие документы. Значит, должна быть опись. В любом случае, мы должны знать информацию. Опись не подлежит предоставлению вам. Давайте так. Но сделайте нам официальный ответ. Мы же написали вам жалобу. Вы же должны дать ответ в установленные законом сроки. Мы вам дали ответ. На нашу жалобу? В части, касающейся предоставления сведений, вам был предоставлен этот документ. На жалобу какой вы нам ответ дали? Мы вам дали жалобу, вы сами собственноручно писали эту жалобу. Вы же не помните, что ли? Вы должны были зарегистрировать ее, как положено. Все это присвоить. Было зарегистрировано. Так ответ куску, когда так будет далее. На жалобу? Возможно, ответ уже направлен, сейчас я пока не готов сказать. То есть в ответе будет указано, под каким реестром отправлено вот это письмо? Возможно. Что возможно? Вы же готовили ответ или не вы? Конечно, готовил я. И вы не помните, что вы написали? Почему так все сложно дается? Уточню по этому поводу. Я сейчас не готов ответить на этот вопрос в части, касающейся ответа на ту жалобу, которую мы с вами оформляем. Дам ответ чуть позже. Если, соответственно, есть жалоба, жалоба рассмотрена, вам был дан ответ. Я думаю, мы не последний раз с вами встречаемся. А с какого числа вы вступили в полномочия ваши? Это настолько важно? По нашему с вами вопросу. Ну, вы пишете о 24 ноября, а вы как-то... Исключительное дело с 7 ноября. 7 ноября, да. Анна, и мне еще очень интересно, кто был наказан вообще за всю эту ситуацию. Да, тут в представлении вот от прокуратуры постоянно пишут о том, что вам вынесены какие-то представления, что-то там дисциплинарной ответственности. Вот есть какие-то, можете результаты какие-то сказать, что это такое? Вот мне по даже представлению как в настоящее интересно. Время проводится проверка с точки зрения подтверждения фактов того, что если не своевременно был направлен вам ответ, ну, человек будет наказан. При рассмотрении представления имеется, соответственно, срок, в течение которого мы проводим соответствующую проверку. До 30, в последующем продлевается при необходимости до 60, принимается потом? Решение. Принимается решение, дается ответ прокурору о том, что да, факты имеют место быть, либо не имеют места быть, что указано в представлении. Мы сейчас про какой ответ говорим, до 60 дней продлевается, что-то я вообще уже запутался. Это если рассматривается представление, направленное прокурором, наш адрес, для устранения причин условий, способствующих совершению каких-то нарушений. Если они подтверждаются действительно в ходе проведения рассмотрения этого представления по существу, то выносит соответствующее решение либо о привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности, либо нет. Это какая норма? Есть какая-то ссылка на норматив? На норматив? Угу. Федеральный закон о прокуратуре. Так, 30-60. Хорошо. Так, ну что, Владимир? Просто у меня вот возникает вопрос. Вот сейчас мы услышали, что якобы нам своевременно был отправлен ответ, даже якобы в каком-то реестре, в описи зафиксировано. Но прокурорская проверка сказала об обратном, о том, что, как говорится, подтверждено наши доводы. Если вы читали ответ, который получила Анна Анатольевна, я его не читал, а читал только представление. Вот в представлении прокуратуры оговаривается о том, что сам ответ носит формальный характер, не содержит конкретизации с точки зрения даты времени ознакомления. И не более то есть, того. Как таковой ответ был, но он был как бы не совсем именно надлежащий. Так. Именно так. Uh-huh. Это ответ на ваш вопрос с точки зрения, направлялся или нет. Хорошо. А как вот на будущее исключить вот эти ситуации, когда вы говорите, что отправляли, а мы говорим, что ничего не получали, и доказательств отправки нет? На будущее, для того, чтобы исключить возможность своевременность получения, как я уже Анна Анатольевна говорил, когда пишете соответствующее заявление, пишите соответственный порядок. Предоставить уведомление у вас о принятом решении. Либо это будет, это может быть WhatsApp, Viber, это может быть, соответственно, электронная почта. Сейчас законодательство это разрешает. Мы таким образом ускорим, подождите, я не договорил. Таким образом мы ускорим порядок взаимодействия между заявителем, там, либо лицом, в отношении которого проводится проверка, и, соответственно, правоохранительным органом.
Вы говорите сейчас о КУСПе 29-119 от 10 ноября. Вот это письмо исходящее. Это был рапорт, как мы выяснили уже. Вы нам сказали, что это был рапорт Веры Михайловны. И вы нас ознакомили от 30 ноября с материалами проверки. Это тогда, когда были закрыты листочки. Угу. Здесь каким образом мне надо было указать свою электронную почту, чтобы вы мне отправили ее? Нет, если бы ваша жалоба была отражена... То есть тут не работает ваш? Нет, подождите. Если бы ваша жалоба была отражена, но в части, касающейся предоставления вам в электронном виде данного документа, это было бы вам предоставлено. После нашей с вами беседы вы сказали, что вам нужно именно по электронной почте отправить данный документ. Угу. Он был вам направлен. И вы нашли каким-то задним числом, по всей видимости, исходящим? Я не нашел задним числом. Это было зарегистрировано в тот день. Но пока что у меня нету доказательства. Объясняю, потому что мы не можем задним числом регистрировать документы, так как они имеют сплошной реестр. Так вы все-таки обязаны регистрировать документы? Какие-то, естественно. Если мы отправляем вам, предположим, в электронном виде, мы можем и не регистрировать данные документы для того, чтобы сократить документооборот. Но в данном виде, с учетом того, что имеющиеся жалобы, был этот документ зарегистрирован. Если бы изначально уведомление вам направлялось в электронном виде, он не регистрируется, он приобщается к материалам проверки, фиксируется факт, каким образом и как уведомлен заявитель, когда, какого числа, в какое время. И данный документ, данная запись приобщается к материалу проверки. А кто решает, какие документы регистрировать, а какие не регистрировать? Что значит, кто решает? Ну, вы сейчас сказали, что какие-то если заявитель, если объясняю, если заявитель пишет в объяснении, неважно, либо в своем там заявлении. Прошу по всем принятым решениям уведомлять меня посредством конкретного вида документа оборота. Это, соответственно, либо, опять же говорю, Вайбер, Ватсап, Телеграм, все существующие менеджеры, либо, соответственно, электронная почта. То в данном случае материал в рамках проведения проверки, в случае принятия решения, данный документ после, соответственно, его утверждения подписания направляется в электронном виде. Приобщается к записи о том, когда, каким образом он направлен, приобщается к материалу и в дальнейшем хранится там. В данном случае он не требует регистрации через режим дела производства. Еще раз задам вопрос. Все-таки ответьте, пожалуйста, кто решает, какие... Решает тот человек. Давайте я закончу разговор, в смысле вопрос, а потом как-то не надо в параллель. Я понимаю, что вы хотите меня усыпить таким образом, монотонность этого разговора. Я задаю простой вопрос. Кто вам дал право какие-то документы регистрировать, какие-то не регистрировать? Все документы, которые исходят от вас, не конкретно от вас, как от человека, а как организации, как отдела полиции, должны быть иметь регистрационный номер и дату. Так кто вам дал право не регистрировать? Все сказали. Те либо иные документы. Нет, не все, я задаю вопрос. Теперь можно отвечать на него? Теперь можно, да. Отвечаю. Мне дал право регистрировать или не регистрировать исключительно закон, с которым мы, соответственно, применяем. Можете сослаться на норму права, именно на тот закон, которому вы руководствуетесь в данном случае? Чтобы... Уголовно-процессуальный кодекс. Ну, я его хорошо знаю, статья какая? Значит, почитайте, какая статья. Статья 100, что значит почитать? 144, 145, 146, 148, говорящая о том, о порядке. Как это совсем другой нормативный документ, это вообще он не регулирует вопрос дела производства. А мы сейчас говорим не по делу производства, мы говорим по проведению проверки. Мы сейчас говорим как раз по делу производства. На каком основании вы не даете официальный ответ? Еще раз объясняю. Вы их никак не регистрируете. Официальные ответы предоставляются в соответствии, если заявитель отражает, что мне, соответственно, предоставляет это все согласно по почтовым через дело производства, он регистрируется, направляется в установленном порядке. Если заявитель говорит о том, что любое принятое решение прошло, в части, касающейся меня, направлять посредством электронного документа оборота, он отправляется посредством электронного документа оборота тем способом связи, который указывает заявитель. Правильно я вас понимаю, что если вы направляете в электронном виде документ, вы его не регистрируете? Если мы говорим о том, что уведомление, соответственно, оно может не регистрироваться, отправляться в электронном виде. Я спрашиваю вот вопрос. Я вам ответил на это следующим вопрос. Образом. Правильно я понимаю, что если вы отправляете ответ заявителю по
электронным каналам, там, на электронную почту, через мессенджеры и тому подобное, то вы ответы исходящие не регистрируете. Я ответил на ваш вопрос. Уточните, я не совсем понимаю, как это может быть. Я уточняю, что, соответственно, для ускорения возможности работы с заявителем направляются они посредством электронного документа оборота. Фиксируется время, дата отправки данного документа. Данный документ приобщается к материалу проверки, хранится там. То есть и этот документ никак не регистрируется? Здесь в данном случае не требуется регистрация данного документа. Ну, ваш официальный ответ, как не требуется регистрация? Ну, о чем еще говорите? Раз, еще что раз, происходит? Вы мне задали вопрос, я вам на него ответил. Вы просто сейчас говорите о своем служебном несоответствии. Дальше ваше рассуждение. Под видеозапись. У меня, я действую в соответствии с законом, мне нечего тут. Анна, скажите, пожалуйста, вот сейчас Николай Валерьевич написал номер и дату исходящего. Какая там дата стоит? 24 ноября. Вон там, вот, да, 24 ноября. По тексту там какой дата стоит, КУСПА? Ход проверки от 13.11, 13 ноября. То есть спустя 11 дней ушло это как будто исходящее. У меня вот тут вопрос. Тут вот в приказе, у вас есть такой приказ от 20 июня 2012 года, 615, об утверждении инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации. Тут в пункте 7 прописано, что у вас есть на подразделении делопроизводства и режима возлагается выполнение так, что у вас должна быть инструкция настоящая и утверждается руководителем органа внутренних дел. Инструкция, подразделение... В общем, там, где вот все прописано, как это все должно быть, прием, регистрация, распределение входящих документов, можно ознакомиться где-то с этой инструкцией? Там должно быть прописано, что мы не на все отвечаем, и мы не везде ставим дату исходящего, или тебе мы ставим, а тебе не ставим. Там есть такое? Можно ознакомиться с этим документом? Сейчас с этим документом ознакомиться нельзя, потому что у меня или нет при себе. Понятно. А когда? Где? Мы никуда не торопимся, в общем-то. Мы запишемся, мы запишемся на прием, придем. Я всегда рад общению с посетителями. Ага, хорошо. Вот. И где, когда можно ознакомиться? Ну, как вы запишетесь, я, соответственно, посмотрю эту инструкцию, имею ли право предоставить вам ее для ознакомления, и тогда уже дам соответствующий ответ. А можно вот в карточку личного приема записать, что у нас этот вопрос обсуждался на нашем приеме? Обязательно запишу. Вы же там, согласно инструкции о личном приеме, должны ответ нам дать о результатах рассмотрения вопросов, которые были подняты на личном приеме. По предыдущему личному приему ответов, я так понимаю, никаких не пришло, правильно? Угу. Да, нету. Ни по жалобе, ни по ознакомлению с материалами проверки. Только на словах. Ну, потому что, ну, видимо, не надо регистрировать, не надо вообще никаких ответов давать. Мне кажется, это будет очень интересно руководству послушать и посмотреть, что, оказывается, отдел полиции номер 3 не регистрирует вообще какие-либо ответы, если они отправляются по электронной почте и тому подобное. Хотя одно другое не отменяет. Более того, по электронной почте это дополнительно. Даже если отправлено по электронной почте должно все-таки на бумажном носителе также отправляться. Любое отправление подлежит регистрации. Должен быть исходящий номер и дату. А вы хотя бы подписываете ваши документы? А то, может быть, уже и подписывать какие-то документы не обязательно. Может быть, это факсимили, да, надо разобраться. Что это ваша подпись? Все, что документы, которые поступают мне, я, конечно же, подписываю, читаю. Угу. А у вас разрешено использование факсимили в органах? Этот вопрос не относится к нашей вами встрече. Давайте не отвлекаться. Мне кажется, на личном приеме граждан можно обсуждать. Нет, те уже вопросы, обратились которые... ко мне с точки зрения рассмотрения вопроса. Получается, по вашему это меня заявлению. Ограничивает. В чем?
Ну, получается, если я делопроизводителю, например, сказала, что я к вам обращаюсь по КУСПу такому-то... Вот мы обсуждаем с вами тему, ту, по которой вы обратились. То я не могу обратиться по иному вопросу? Мне надо снова записываться? Этот вопрос не относится к нашей с вами беседе. Так это разрешено или не разрешено? Или нет? У нас возник вопрос не есть просто есть какой-то там норматив, где прописано, что если ты сказала, что тебе вот по этому вопросу... Фоксимильные подписи не разрешены. Но я вас вот спросила. Ну, смотрите, это моя подпись визуальная. Это просто логический довод. Ну, понятно, фоксимиль это тоже с вашей подписи делается. У меня нет фоксимильной копии. Ну, ладно, моей подписи. Я все документы, которые получаю, вернее, подписываю рукописно. Ответ получен, что не допускается факсимиля, соответственно, подписи оригинальные. Но единственное, Анна, мы до сих пор не получили оригинал этого ответа. Да, я написала себе, что оригинала нету. Здесь указано. Нет оригинала, нету исходящего. Анна, а мы же написали, да, жалобу по поводу того, что вот этот ответ не содержит исходящий номер, не содержит дату. В процессе. В процессе. Ну, заодно тогда обратим внимание, каким образом мы сейчас получали вот эти исходящие номера. И оказывается, не все письма подлежат регистрации. Я так понимаю, именно вот это письмо не подлежало регистрации, раз оно вам было направлено по электронной почте. Получается, оно было зарегистрировано, потому что отправлялось почтой, в последующем продублировалось электронным видом. Так а почему тогда номера и даты на нем не написаны изначально, которая по почте была направлена по электронной? Что? По электронной почте было отправлено данное обращение, данный ответ. Там была ваша подпись, синие пасты, насколько я помню. Это просто здесь черная, потому что распечатано на черно-белом принтере. Так вот, там ваша подпись есть, а номера и даты нету. Номера и даты нету там, что направилось? Да. Потому что это дубликат был. Ну, подпись-то там живая, а конечно, дубликат мной был подписан и направлен по электронному виде. Но это же скан. Почему скан? Это же отсканированный файл, ну, потому что он имеет разрешение дубликат. PDF. Ну, дубликат. То есть, есть оригинал этого документа, а конечно, вы мне сейчас показываете, на этом документе оригинал уже стоит дата. Оригинал этого документа имеется здесь, материал, с которым вы сейчас познакомитесь, если будет желание. Я правильно понимаю, что вы сначала сняли его без даты, отсканировали, потом это поставили дубликат, дату. Это дубликат. То есть вы подписали два распечатанные документа? Я подписал два документа. Это дубликат того документа, который был То есть это два оригинала? Это дубликат документа, который был вам отправлен. Вы подписали два экземпляра письма? Ну, да. У вас было два документа? Ну. В двух экземплярах? Это два оригинала? Да. Один, второй. На первом нету даты, на втором есть дата. Ну, да. Вы согласны с тем, что два оригинала должны быть абсолютно одинаковые? Они абсолютно одинаковые. Почему тогда на моем письме нету даты исходящего, а здесь материалы дела есть? Второй экземпляр, который был вам направлен, он соответствует тому оригиналу, который у нас имеется в материале. Он не соответствует, там же нету информации. На здесь, этом к сожалению, в котором он был направлен, нету даты, соответственно, и номера. Я правильно понимаю, что это письмо не является, в принципе, оригиналом, потому что в материалах дела есть дата, а здесь нету. Если вы думаете, что вам фальсифицировали этот документ, ну тогда посмотрите, сличите его с другим документом. Но мы же уже понимаем, что здесь даты нету, значит, мы уже сличили, и они не соответствуют. Соответствуют содержанию? Содержанию, да, общему содержанию. Общее содержание соответствует. В этом документе отсутствует только записанное делопроизводителем номер регистрационный и, соответственно, дата его отправки. По номеру регистрационного, дата его отправки, соответственно, вот у вас имеется информация, когда он был отправлен. Ну, если честно, я тоже немножко в шоке. А можно прямо сейчас посмотреть вот это письмо? Вот. Если там оригинал, синяя паста и дата, время, чтобы стояло вот это вот все. Нет, я вижу прямо отсюда. Нет. Пожалуйста, если это тот, по-моему, тут. Тут нет. Да, даже та же ошибка в письме, в моей фамилии. Подпись такая же, ну, однозначно. Ну, я же не я же не могу. Графист, как он. Я имею в виду
Даты те же, куст тот же, приказ тот же. Начальник. А у вас так и есть должность начальника или начальник УП номер 3? Это так положено по делу производства фиксировать. А, то есть это я же вижу, подпись не та. Ну, вы же видите, это два разных документа. Я еще раз говорю, человек не может расписываться одинаковой подписью так. В различных документах. Та подпись моя и эта моя подпись. Так я об этом и говорю, что вот этот скан, который нам пришел по электронной почте, еще раз говорю, сделан два документа. С этого документа. Николай Валерьевич, два документа. Вопрос только в том, что сейчас вы пытаетесь замаскировать совершенное вами преступление в отношении я того, что вы меня никаких... до сих пор не уведомили об ознакомлении с материалами дела. Я преступлений никаких не совершаю. Я действую исключительно в рамках закона. Сегодня... Я еще раз говорю, изначально, как только вы сюда пришли, я вам обозначу, что я готов вам предоставить материал проверки для изучения, если вы готовы, вот здесь и сейчас. Ну, если смотрите, вы не готовы, ну, значит, вам предоставлено. Если вы действуете в рамках закона, давайте мы тогда от заднего числа просто подискутируем и предположим, а когда ну, же вы все-таки должны нет были... Нет, дискутировать. Вы будете ознакомиться с материалом. А вы куда-то спешите? Нет, вы у меня еще прием, на прием того, записано 4 человека, которым я тоже должен уделить время. Мы разговариваем сейчас по существу. По существу рассмотрели ваше обращение с точки зрения законности. Я уже еще раз сказал, можно я готов вам предоставить. Можно я все-таки закончу, что я говорила? Вы меня перебили, я сокращу свою речь, но не исключу ее. Ну, хорошо. Смотрите, я 11 октября обратилась к вам с ознакомлением материалов дела. И сегодня, 30 декабря, вы меня с ними готовы ознакомить. Скажите, это в рамках закона срок такой? В рамках закона у нас, соответственно, сроки определены при рассмотрении обращения. У меня было обращение. Вы соблюли законные нормы? Вы мне ответили в рамках этих сроков о том, что вы меня ознакомите или не ознакомите? Давайте посмотрим. По-моему, здесь вот с точки зрения последнего вашей жалобы нет. Анна, вам до сих пор не выдан оригинал ответа. Но до сейчас сих пор. Николай Валерьевич посмотрит. Проверит. Так, это ответ от 13 ноября 24. Сейчас просто на вашей копии, распечатанной с интернета, ну, в смысле, с электронной почты, поставлен входящий номер, исходящий номер и дата. Все. Оригинала ответа у вас нету. За живой подписью, все как положено, нету его. Последнее ваше обращение было 18 декабря 2023 года, я правильно понимаю? О чем? С просьбой ознакомления с материалом проверки. Это по КУСПу 29-119? Да. Это не то. По той жалобе я отдельно вам отвечу, официально и письменно, с точки зрения ознакомления. Что у меня его здесь нет. Так, ну, и давайте все-таки финишируем мой вопрос. Я отвечу с точки зрения того, что оно не предоставлено было. Ваша просьба была удовлетворена. В установленном порядке. Когда? Ну, буквально в понедельник, когда в первый рабочий день. А удовлетворена в ознакомлении с материалами. Ну, если вы сейчас будете ознакомиться с материалами проверки, соответственно, ответ будет следующий, что... Ваше обращение рассмотрено, вы были ознакомлены с материалом проверки в полном объеме. Ну смотрите, давайте еще раз задам вопрос. Ответ на вашу вопрос. Жалобу, вы же говорите о том, что я хочу увидеть ответ на вашу я жалобу. Я написала жалобу 11 октября. Какой законный срок рассмотрения моей жалобы и ознакомления с материалами дела по закону? Не как сейчас у нас, когда вы писали 11 октября, 11 соответственно, октября. Вас ознакомили с материалом проверки частично, да, как мы сейчас выясняем, с точки зрения непредоставления персональных данных. Но это не считается, это не в полном объеме. Но вас ознакомили. Вы посчитали, что нет, нарушили это не ваш... считается. Еще раз поясню. Вы были ознакомлены, вы посчитали, что ваши права нарушены, вы обратились в прокуратуру за разъяснением, почему вас ознакомили не в полном объеме. Смотрите, давайте вспомним ход событий того дня. То есть мы пришли,
уже сроки, когда подходили, 11-го, 10-го, мы же ходили не просто так здесь, людей смешили, правильно? Мы хотели ознакомиться с материалами дела, это было исключительно в рамках наших прав. Когда мы уже вскипятили голову вашим дежурным, они позвали Веру Михайловну, и Вера Михайловна была вынуждена, скажем так, ознакомить нас с материалами дела, потому что вопрос уже шел под видеозапись, ну и так далее. И она, скажем так, успела влезть в эти сроки, потому что если бы мы пришли, скажем так, на день позже, то она бы не успела бы нас в сроки, даже частично ознакомить. Подождите, я не понимаю с точки зрения успела, не успела. Ну, смотрите, но это ваше умозаключение. Пусть я правильно понимаю, что после моей жалобы у меня есть 30 суток на то, что вы мне дадите ответ. Ну, правильно понимаете. Ответа не поступило, мы пришли лично. Лично трясли дежурных, лично вышла Вера Михайловна и взяла на себя ответственность ознакомить нас с материалами дела. Это законно произошло, вот, ну, это вся ситуация? Я получила ответ от полиции, что да, ваше обращение рассмотрено, приходите тогда-то. Это было законно? Ну, судя по тому, что в представлении отражено сведение о том, что вам направлялся ответ, но вам неинформативно, значит, соответственно, вы были. Какой ответ? На рассмотрение вашего обращения с точки зрения ознакомления. Есть такой ответ? Давайте посмотрим. Или он также без даты и регистрации ушел? Так, ну что они ссылаются? Может, у вас существуют документы, которые у меня нет? Ответ на обращение направлен на МОНАР по адресу электронно указанного обращения 22 сентября. С точки зрения ознакомления с материалами проверки. Доводы заявителя об ознакомлении с материалом процессуальной проверки изложены в обращении рассмотрены, но НАР не разъяснен порядок ознакомления с материалом, не отражены предварительные согласования с датой и временем ознакомления. Все верно. Молодец, прокуратура, вот я рада. Данное говорю, представление сейчас находится у меня на рассмотрении. То есть, получается, все-таки вы мне ничего не ответили, раз там нет, они фиксируют, что мы ответили вам, но мне ответили не в том виде, в который должны были бы ответить. А что, интересно, такое вы мне ответили, что там ничего не было? С точки зрения не согласовали с вами дату времени. А что же тогда вы мне ответили о 22 сентября? У меня нет этого документа. Можно его посмотреть? Какой-то исходящий, там как идентифицировать? Нет, не готов сейчас про него сказать с точки зрения. Запишите в личную карточку приема гражданина, что о 22 сентября мне нужно дать обязательно вот этот вот ответ неинформативный. То есть что там? Треугольнички, прямоугольнички? Или может быть по латыни что-то написано? Может быть. Очень страшно слышать, что у вас все что угодно может быть. Так если ответы не регистрируются, вообще дальше можно разговор не продолжать просто. От нас требуют письменные обращения, заявления писать, а в ответ даже не суживается отвечать. А если отвечают, то не регистрируют. Так, вот ответ был зарегистрирован 19 декабря по вашему обращению, зарегистрирован в книге учета сообщений о преступлении. Это не то, это... Да, это уже декабрь, 29-го. Мы пока говорим про сентябрь. В ходе проверки вы 13 ноября ознакомились с материалом проверки КУС 24575 от 22 сентября. Ваше заявление было 15 декабря зарегистрировано. Ваша расписка о том, что вы ознакомились с материалами проверки. Частично. Кроме персональных данных третьих лиц. Так, вот КУСП 24575 от 22 сентября ваша жалоба. А, это уже официальный рапорт Панфилова. По ответу, который указан в представлении, я уточню.
Угу. То есть получается, пока что на данный момент нету соблюдения законности в ответе есть, на мое обращение. В этой части я не готов вам сейчас ответить по поводу ответа, который, на который ссылается прокуратура. Угу. Я это еще не дополнительно вам сообщу. То есть получается, сейчас я как бы по умолчанию принимаю мысль о том, что идет прям нарушение. Нарушения здесь нет. Ну как же? Нарушение в том, что я не могу дать вам ответ, на который не был готов дать сейчас на сентября. Интересно, но, возможно, что он есть у вас. Я уточню, отправлялся он, не отправлялся. Хорошо. Но если он отправлялся, соответственно, на что и отражает прокуратура, значит, соответственно, я вам дам такой ответ. Мне кажется, именно для этого придумали регистрацию обращений, чтобы знать, отправлялся ответ или нет. Именно для этого письма отправляются заказными отправлениями. Заказными мы не отправляем, это не предусмотрено ничем. Еще вопрос. У меня такой вот вопрос. Поскольку идет проверка, а как бы мы сейчас не ознакомились, получается, что мы не ознакомимся полностью. Ну, вам ничего не запрещает ознакомиться в последующем с результатами окончательной проверки. То есть мы в любом случае сейчас частично. Все, что. Нет, все. Сейчас материал проверки в том виде, в котором сейчас есть, вы можете ознакомиться, а дальше дополнительно, какие будут наработаны материалы, также имеете право подойти и ознакомиться. Вопросы будут? 8 вопросов. Сейчас. Николай Валерьевич, а вот вы все-таки усматриваете признаки преступления? В настоящее время нет. До сих пор не усматриваете? Я не усматриваю до сих пор. А зам УМВД, зам начальника УМВД по городу Мурманску, вроде как усматривает, да, из нашей последней беседы? Да, он даже уже не говорит о гражданско-правовых отношениях. Я сейчас не говорю вам о гражданско-правовых отношениях, пока проводится проверка, на сегодняшний момент я пока не усматриваю признаков состава. Голословных суждений о том, все, я возбужу завтра уголовное дело, я никогда не даю. По результатам, когда мы соберем всю информацию, я уже могу принять законное обоснованное решение с точки зрения, будет там состав преступления или нет. Слово но пацана? Это ничего не мешает. Нет, это слово юрист. Хорошо. Ладно, пора обратиться за личным контролем к Езима Викторовичу. Анна, может быть, вот юристу вручим разъяснение прокуратуры, которое мы с сайта взяли? А, да, вот, кстати, то, что мы говорили о том, что существует такое разъяснение. Часть чего? Так. Прокурор разъясняет. Прокуратура Костромского района о возможности предоставления для обозрения персональных данных третьих лиц при ознакомлении заявителей с материалами процессуальных проверок, проведенных в порядке статьи 144-145 по заявлению последних. Это как раз те цифры, которые вы часто говорите. Ну, то, что вы вам как бы то же самое писали, ссылались на разъяснение Конституционного суда, Верховного суда, вот только на официальном сайте прокуратуры то же самое. Я обязательно ознакомлюсь. Угу. Так, это получается 12-й пункт. Угу. Так, 12-й. А как нам зарегистрировать, что я сегодня отдала это разъяснение, чтобы мне потом запросить, скажем так... Ознакомился или нет? Да, что вы по этому поводу думаете? Ну, то вы можете записаться ко мне на личный прием, и в очередной раз с вами пообщаемся. Анна, вот я на сегодняшний момент до сих пор считаю, что вам ответ не был предоставлен. Да. Все вот эти разговоры про 152-й федеральный закон, мы же сегодня с вами обсудили. С точки зрения ответа на ваше обращение 22 сентября, я посмотрю еще детальность, часть касающаяся на то обращение, которое указано прокуратурой, и дам вам соответствующий ответ. Подавался он, направлялся он вам или нет, если направлялся, за каким исходящим номером и от какого числа. Смотрите, Николай Валерьевич, по факту, и это зафиксировано неоднократно,
нам дается отказ. Ну, по крайней мере, до сегодняшнего момента давался отказ в ознакомлении в полном объеме, без каких-либо ограничений, с материалами проверки. Но это факт, он зафиксирован. Но официально на бумаге ответа не было. Вот все, что произносилось на словах, вашими подчиненными, там, начальниками дежурной части, Панфиловой, там, органа дознания, вот все вот эти ответы, они были только на словах. Все мы им давали вот эти вот разъяснения, которые в прокуратуре написаны. И вы даете нам тоже ответы. Но все это устно. Понимаете, для того, чтобы вас, скажем так, наказать, потому что незнание законов не освобождает от ответственности, вот чтобы вас наказать, за непредоставление информации, непредоставление документов, собранных установленным законом порядке. То есть есть статья 140 Уголовного кодекса. Вот чтобы вас наказать, должна быть живая подпись под конкретным отказом предоставить нам информацию. И мы хотим все-таки добиться этот ответ. За ваши ли это будет подписью, за чьей-то. Для того, чтобы меня наказать, соответственно, в части касающейся, там, предоставила вам что-то, не предоставила. У нас есть контролирующие органы, которые в отношении нас проводят соответствующие проверки. Если с чем-то вы не согласны, вы к ним обращались. И делают свои заключения. Если они посчитают, что, соответственно, мои действия в чем-то неправильны, или в моих действиях есть какой-то состав преступления, соответственно, будет принято соответствующее решение. Может, у них есть такое, конечно, право, да, у них есть такое право, о чем мы тоже дееспособные граждане, мы точно так же можем написать заявление. Я же вам всегда говорил и в первом нашей встрече, и во второй встрече, что вы всегда имеете право обратиться в суд. Николай Валерьевич, я что-то сегодня заметил, вы начинаете говорить в параллель. Когда я начинаю говорить, вы начинаете со мной параллель. Зачем вы это делаете? Я абсолютно не параллелю. Для того, чтобы плохо записалось? Я абсолютно не параллелю. Ну тогда просто я когда говорю, давайте я буду говорить, а потом будете говорить вы по очереди, чтобы это не было как балаган. Так вот, я говорю, красивое что мы как... Красивое слово. Хотелось бы, чтобы мы обе стороны этому... Но все-таки вы меня перебиваете. Но давайте все-таки я закончу. Так вот, давайте. Я считаю, что мы как граждане дееспособные имеем право самостоятельно подать заявление, в том числе в Следственный комитет, вышестоящему вашему руководству, в прокуратуру. И мы имеем право ссылаться на определенные доводы и предоставлять определенные доказательства. Вот таким вот доказательством и вас обязывает нам дать ответ, письменный ответ. И вот мы его имеем право обжаловать как в административном порядке, так и в судебном порядке. Конечно. В том числе в рамках УПК. Поэтому мы все-таки от вас ждем конкретный ответ по поводу ограничения, то, что вы говорите на словах, что есть якобы какой-то федеральный закон 152, который регулирует якобы данные отношения, которые у нас возникли в рамках УПК. Хотелось бы получить ответ. Все ответы мы предоставляются в установленном порядке. Единственное, говорю, я не знаю ответ по сентябрю месяцу, это я уточню. Отдельно так скажите, пожалуйста, где письменный ответ по поводу вот этого федерального закона о персональных данных, что вы нам отказываете в ознакомлении с материалами проверки, потому что якобы есть такие ограничения. Ну давайте так, те жалобы, которые от вас поступили после последней нашей встречи, мы по ним проводим еще проверку. И, соответственно, как только будет наступить сроки дачи ответа, будет вам предоставлен ответ в установленном порядке. Вот, с точки зрения, опять же, предоставления. Возможность при ознакомлении вами с материалом проверки, я уже свои выводы, доводы вам озвучил, что исключительно лишь потому, что с персональными данными готовы поделиться с вами те лица, которые были опрошены в материалах проверки, исключительно по этому поводу я готов вам его предоставить. Но при этом с точки зрения разъяснения 152 федерального закона, мое мнение на сегодняшний момент не поменялось. Персональным данным я вам не мог предоставить. У меня такой вопрос. Сейчас, секунду. Просто дискуссионный. После сейчас вот ознакомления с материалами дела, мы вам напишем бумагу о том, что нас ознакомили, там, и, включая персональные данные. Конечно. В случае, если я обращусь в прокуратуру и напишу, Николай Валерьевич Чухарев в нарушении федерального закона о персональных данных ознакомил меня с персональными данными таких-то лиц. Как вы думаете, что будет дальше? Ну, дальше это я же не могу решать за прокуратуру, они будут дальше. То есть у вас есть бумага о том, что вы себя прикрыли, потому что у вас есть разрешение. Подождите, что значит прикрыли? Это не впрямую какой-то... Давайте так, вы,
слишком много рассуждаем по этому поводу, за, против. Я уже ответил на вопрос с точки зрения моего мнения, разъяснения федерального закона 152. Сейчас у меня есть возможность предоставления вам этих материалов, не потому что там кто-то на меня будет давить или что-то. При определенных давить условиях... Давить это так называется? Нет, ну уже часто говорит, вот сейчас надавит там руководство или прокуратура. Нет, абсолютно. Я принимаю решение с точки зрения закона. Всегда и везде, независимо от мнения кого-либо извне. Поэтому, исключительно потому, что граждане разрешают мне предоставить вам их персональные данные, готов вам, вас ознакомить, если вы согласны. Если вы не согласны, значит, с материалами в полном объеме. Я просто хочу добавиться, чтобы, ну, чтобы иметь возможность сказать. Да. Николай Валерьевич, прошу не перебивать, все-таки я прокомментирую. Анна, скажите, пожалуйста, вам Галимов, Недосейкин давал какое-то согласие на получение их персональных данных? Лично вам? Мне лично нет. Не давал, да? У меня вот возникает вопрос. Какой нормой права предусмотрено, скажем так, давать какое-либо согласие непосредственно тому человеку, который этому это согласие дается, а через третьих лиц, ну, в частности, через работников отдела полиции, через начальника? 152 федеральным законом о нераспространении персональных данных, о защите. Вот я хочу обратить внимание, что вот этот закон вообще не распространяется на наши с вами правоотношения в рамках рассмотрения наших обращений о происшествии, о правонарушении, о преступлении и тому подобное. Это ваше мнение? Это не мое мнение, это как раз то, что вы подсчитаете. Это мое мнение. Вернее, это ваше мнение, в моем понимании, 152 федеральный закон распространяется в том числе и на данные взаимоотношения в части касающихся проведенных проверок и в последующем возможности ознакомления. А можно посмотреть, прежде чем нам ознакомливаться с материалами проверки, вот эти письменные соглашения? Письменные соглашения нет. Так а может быть их и нет? Ну, если бы их не было, соответственно, я вам не предоставил материал. Ну, подождите, если нам дают письменное соглашение, чтобы нас завтра не обвинили, что мы незаконным путем получили персональные данные. А кто вас может обвинить, если я вам предоставил этот материал? Так а вы что, гарант, что ли, или что? Нет, если они обвинят меня, абсолютно. Нет, ну данные-то мы получили. Есть административная ответственность. За сбор персональных. Давайте так, вы отказываетесь от ознакомления материалов. Мы не отказываемся. Ну так, а в чем проблема? Отвечали за свои слова. А я всегда отвечаю за свои слова. Покажите письменное Во-первых, я не обязан вам показывать. А как мы, откуда мы согласие. Можем знать, что это письменное согласие есть? А тех людей, которые дают нам ознакомиться с персональными данными? Потому что я вам готов сейчас предоставить материал для изучения. Исключительно так, лишь только у вас же запись есть, видео. Так если вы, когда... вы готовы, это одна ситуация. Ну. А когда вы ссылаетесь на тех людей, которые якобы дали согласие, которое вы не хотите показать, которого, естественно, нет. Почему? Слушайте, я задал вопрос, как вы его получили? И получили еще раз, вы его еще раз поясняю. Мы такое чувство, что по одному и то же ходим. Я еще раз поясняю. Мое мнение с точки зрения... Я сейчас не спрашиваю ваше мнение. Мы уже услышали его. Мы хотели бы его увидеть на бумаге, это первый момент. А второй момент, мы хотим увидеть подтверждение ваших слов, что вы получили письменное согласие от тех лиц, которые нам дают согласие на получение персональных данных. Еще раз подчеркиваю. Вы сказали, что у вас есть письменное согласие. Так все-таки покажите, чтобы мы были спокойны, чтобы мы зафиксировали. А лучше нам выдать на руки оригинал, для того, чтобы мы могли предъявить. В случае, если возникнут какие-то непонятные разборки. Еще раз подчеркиваю, я вам не обязан предоставлять письменное согласие о возможности. Так а вы не обязаны за данных людей предоставлять это согласие. Они должны непосредственно дать согласие тому человеку, которому они дают персональные данные. Да, просто лично мне Галимов отказывался свои персональные данные давать, когда я ему говорила о том, что приходите ко мне, ставьте плату с паспортом. Правильно. Он отказался и убежал. Только когда задали вопрос, вы готовы, что ваши данные станут известны заявителю при ознакомлении с материалами, он дал нам свое согласие. Так он дал вам, он дал не нам. Вопросом, дал вам что-то или нет. Он вам не может дать, либо не дать. Он обязан при даче объяснения показать паспорт, вы обязаны установить его личность. Вы сотрудники полиции, вы на законных основаниях получаете персональные данные. А мы можем получить персональные данные только вот в рамках изучения материалов дела
Либо, если это не в рамках изучения материалов дела, вот мы то в рамках начинаем тратить письменного согласия на получение той или иной информации. Мы не тратим время, мы пытаемся разобраться, мы пытаемся понять, почему вы постоянно это, юлите. Я пытаетесь какие-то абсолютно документы тут подписывать при нас. Какие документы при вас? Вот которые вы там вставили, сходящий номер. Видно же, что документы абсолютно разные в деле и здесь, потому что подписи это, не одинаковые. Это документ уведомления. По вашей просьбе я проставил там номер и дату, когда он был отправлен. Мы оригинал когда получим? С оригинала документа. Оригинал вы сейчас можете нам выдать? С оригиналом документа вы можете ознакомиться сейчас. Да нам не ознакомливаться надо, ознакомиться тот, мы сфотографируем. Нам нужно документ, получить оригинал, был вам направлен, живой подпись. Еще раз говорю, тот документ. А еще нам нужен ваш официальный отказ. Отказ согласно статьи там 152.1 или там, я не знаю, какой статьи вы можете сейчас нам написать отказ? На все ваши жалобы, которые поступали, все направлены соответствующие ответы. За исключением, наверное, я так полагаю, только те, которые поступили не так давно. А вы можете сейчас нам? Их очень достаточно много. Я сейчас нам отказ можете написать? Просто вот я такой-то, такой-то в рамках таких-то отказываюсь, потому что считаю, что 152... Но мы же с вами деловые взаимоотношения с точки зрения заявителя и правоохранительной структуры. Именно вот так, соответственно, вы получите писанный ответ на те жалобы, на которые мы вам не ответили. С моей подписью. Октября было подано заявление о ознакомлении с материалами проверки. Дайте ответ. То, что вы сказали на словах, подтвердите это на бумаге, что вы отказываетесь дать ознакомление с персональными данными, но вы даете, потому что есть письменное согласие. Это отдельная история будет для разбирательства, каким образом вы получили, если это есть письменное согласие и так далее. У меня возникает много вопросов, каким образом вы получили письменное согласие от этих лиц, которые вы понял, убрали. Я понял, вы не готовы ознакомиться, все, мы время, поговорю, просто тратим сейчас. На все жалобы, еще раз посмотрю, у вас очень много было жалоб. На все жалобы, если не было ответа, вы их получите. Если ответы были, соответственно, значит, они у вас есть. Владимир Николаевич. Николай Валерьевич. Да, Николай Валерьевич. Почему я вас так назвал, не знаю. Не знаю. Николай Валерьевич, все-таки мы сюда пришли, выходной день. У вас рабочее время, вас ждал. У вас выходной день. Да, мы пришли для того, чтобы получить конкретные ответы. Я вам не скрою, что я на данный момент хочу уличить вас в подлоге и прочих-прочих вещей, потому что для меня это очевидно. Я хочу, чтобы это было зафиксировано вами собственноручно. Еще раз говорю, я не занимаюсь подлогом никаким. Тогда никогда ответ. Не занимался. Дайте ответ. Вам будет отправлен ответ официально, если он не отправлялся ранее. Так вы неоднократно произносите нам отказ. Ваши подчиненные подносят. Я еще раз говорю, вы получите официальный ответ. Что вы перебиваете это постоянно? Тяжело разговаривать, когда меня постоянно перебивают. Вы на меня голос-то не повышаете. Не надо меня перебивать. Я раз попросил, два попросил. Проявите уважение. Я вам проявляю уважение. Не надо со мной параллельно разговаривать. Я несколько раз делал замечания. Что, неужели это так сложно? Еще раз, я хочу от вас получить один только ответ. Ваш официальный ответ на бумаге, где вы отказываетесь со ссылками на закон о персональных данных. Отказ, дайте письменный отказ, который мы можем обжаловать, по которому мы будем подавать заявление по статье 140 за отказ предоставить информацию, собранную в установленном порядке. Дайте отказ, не на словах, дайте официальный отказ, потому что от слов вы всегда откажетесь. А то, что написано на бумаге, вы не откажетесь, понимаете? Все дайте дело. Письменный отказ. Теперь можно отвечать? Теперь можно. Вот, соответственно, по всем жалобам, которые имеются у нас в работе Анна Анатольевна, она получит официальный ответ, если еще официальный ответ не направлен. В том числе и в части касающейся этих жалоб. Ну вот, допустим, жалоба такого-то, 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 такого-то. Чтобы вам проще было отвечать там. На жалобу такую-то мы ответили такого-то. На жалобу такую мы ответили такого-то. Подшивочку, копии и... Так это у вас вот подшивочка есть? Это моя подшивочка. Ну, вот, у нас, к сожалению, очень много обращающихся заявителей. У меня нет возможности вести отдельно на каждого свой реестр. Ну, я тоже занимаюсь не только холодильником, у меня еще тоже есть другие дела. С точки зрения конкретизации, если говорю, ответы какие-то к вам на ваш адрес не поступили, на ваши жалобы, они поступят вам. Так вот это я могу гарантировать. Соответственно, посмотрю по этим обращениям,
Анна, нам гарантировали, что к сегодняшнему дню, к 30 числу, мы получим письменный ответ. Проконсультируются там с какими-то юристами и тому подобное. Давайте это так. Зафиксировано на видео. А сейчас вы нам говорите совсем другую историю. Вам словам верить нельзя, понимаете? Все? Нельзя. Поэтому дайте письменный ответ. Дайте. 3 месяца еще, уже еще прошло. Раз повторяю, на последней нашей встрече я сказал, что гарантированный ответ в части касающейся того, что можете вы ознакомиться с материалами проверки или нет. Сейчас, по-моему, дал конкретный ответ в этой части, нам что да. Нам нужен письменный ответ. Сколько можно повторять одно и то же? Письменный ответ, соответственно, еще раз говорю, посмотрю. Если не был подготовлен, еще не направлялся письменный ответ на вашу последнюю жалобу, он будет направлен в первый же рабочий день. Но мы же обсуждали этот вопрос. Вы сказали, что к 30 числу подготовьтесь. Я еще сказал, что это должно быть готово еще вчера. Где ответ? Я еще раз говорю, если этот ответ не направлен по жалобе, если она находится в проверке. Давайте. Вы сделали этот ответ? Есть он? Я не готов сейчас сказать, сделали или нет. Вы не помните, сделали вы ответ или нет? Слушайте, у меня слишком много документов в производстве, по которым, соответственно, я буду подписывать. Я не думаю, что у вас так много посетителей, таких как мы, которые настойчиво требуют соблюдения законодательства. Для меня все посетители одинаковые, соответственно, и каждому из них я исключительно работаю с ними с учетом соблюдения законодательства. Сейчас, соответственно, я дал возможность ознакомиться с вам с материалом проверки для того, чтобы в последующем вы могли обратиться в гражданском порядке суд в отношении тех лиц, которые вы считаете, что нарушили ваши права. Вы не хотите ознакомиться. Я правильно понимаю? Нет, неправильно. Ну так вы будете знакомиться, или нет, мне скажите. Вопросы. Я изначально уже сказал, почему. Я уже изначально сказал, если что в части касается меня, моего поведения. Соответственно, если ответ этот не поступил, он будет направлен в ваш адрес незамедлительно в части моего мнения по применению, правоприменению федерального закона 152 по частичному ознакомлению. Если вы считаете, где-то я что-то нарушил, пожалуйста, есть прокуратура, либо суд, обращайтесь. Я сейчас услышала, что вы хотите, чтобы мы ознакомились... Мнение по поводу того, что мы кого-то заставили или еще что-то, но это ваше исключительное мнение, основано на предположениях. Мы никого никогда не заставляем. Ну, письменно согласие где? Так я вам не должен предоставить это письменное согласие. Но как же мы будем ознакомливаться с их письменного согласия? Если это письменное согласие должно быть у нас на руках. Еще раз говорю, если вы не готовы ознакомиться с материалами, так скажите, мы не готовы. Вы, может быть, хотите нас подставить таким образом? Я никого никогда не подставляю. Ну, тогда письменное согласие их дайте за их подписью. Я не обязан вам предоставить письменное согласие. Значит, этого согласия нету. Как мы можем ознакомливаться с их письменного согласия, которого я нет? Я вам озвучил, я что готов предоставить. Мы вам не верим на слово. Вот лично я вам не верю ни одному слову, понимаете? Вы будете знакомиться с материалом или нет? Все, что вы говорите, не соответствует действительности. Да, мы будем, конечно. Вы изобретаете велосипед. Вы будете сейчас знакомиться или нет? По какой причине я вам предоставляю эти материалы для ознакомления? Это мое личное мнение. Я готов вам удовлетворить вашу жалобу с точки зрения ознакомления с материалом. Вы же считаете, вы же законно и обоснованно можете с ними ознакомиться. Не важно, каким способом. Мою жалобу от 11 октября. Я еще раз говорю, я с точки зрения рассмотрения материалов. Вы готовы с ним знакомиться или нет? Вы считаете, что у вас ваше право? Ну так знакомьтесь. А с точки зрения того. Но ответа мы не получили. А с точки зрения того, почему я это делаю, но это останется при мне. Хорошо? Я уже озвучил, почему. Мне говорят, что нет, мы не правы. Подождите, мы не правы, тогда вы сами себе противоречите. Это ваше право. В рамках закона. Еще раз повторю, это ваше право. Так? Вы же да, считаете все так? Верно. Ну, так... Это хорошо, что вы это знаете. Ну... Смотрите, в рамках почему вы нас ознакомливаете с материалами дела? Либо вы нас ознакомливаете в рамках вот персонального закона. Я мониторирую вашу жалобу с точки зрения ознакомления. От 11 октября? Последнюю жалобу, то, что мы с вами общались. Она у меня одна, первая, от 11 октября. Ну, все остальное – это обжалование только лишь действий на неознакомление в полном объеме. Последняя жалоба. А, это на этот. Ну, возможно, от 11 октября. Сейчас не готов сказать, от какого числа уже поступила первая ваша жалоба. Я исхожу из того принципа, с точки зрения жалобы, которая поступает в наш адрес, соответственно, уже после того, как мы с вами познакомились и общались, да? Уже какую встречу у нас третья? А кто их считает? Далеко не последняя. Да, нет, я всегда говорю рад для общения с людьми. А результативного общения? Конечно. Я думаю, мы будем приходить, пока вы не начнете регистрировать все ваши исходящие отправления.
я всегда регистрирую за исключением определенных моментов, где дают невозможность. Чтобы у вас не было никаких исключений, чтобы все ваши исходящие отправления регистрировались. Я думаю, руководству это будет очень полезно узнать, что оказывается у нас в отделе полиции номер 3 вот такая ситуация, назовем ее так. А мне так это беспредел. Все у вас. Давайте уже по существу. Мы еще по 4. Существу разговариваем. Мы уже начинаем дискуссию не в том направлении. Так, ладно, давайте начнем ознакомление. Да, начнем ознакомление. Будут вопросы какие-то. Анна, давайте я под видеозапись, скажем так, подытожу. Все-таки Николай Валерьевич признал, что он обязан нас ознакомить с материалами проверки. Понятно, что ему было неприятно признать данный факт, что он это делал незаконно, придумал историю с какими-то там письменными согласиями тех лиц, чьи данные мы будем проверять. Естественно, это все не подтвердилось. И в итоге он нам дает устное согласие, мы это зафиксировали. Вот. Но в любом случае мы ждем письменные, скажем так, уведомления, что мы имеем в праве ознакомиться, в том числе с персональными данными, то есть в полном объеме. А на данный момент мы сейчас ознакомимся частично, потому что проверка еще не закончена. Вот. И вообще неизвестно, чем она закончится. Если она закончится возбуждением уголовного дела, то, скорее всего, эти материалы уже станут предметом тайны следствия. Ну, раз нам Николай Валерьевич разрешает ознакомиться, значит, будем знакомиться. Это, как говорится, на его страх и риск, то, что мы знакомимся с теми документами, которые могут стать материалами уже уголовного дела. Ну, видимо, он уже заранее знает, что уголовного дела не будет. Все, ознакомимся тогда. Все, готово? Да.